Мне предоставили новый кабинет истории, и я думал, куда же повесить эту замечательную фотографию Евгения Николаевича Панасенкова, чтобы она радовала взоры ребят, вдохновляла нас всех. И я не придумал ничего лучше, как повесить ее здесь, прямо напротив портретов правителей России, царей, императоров, генсеков, президентов. И теперь они смотрят друг на друга. Хорошая получилась метафора.